Господа, всем привет! Сегодня долгожданный день, когда я отдаю тачку на писькоструй. Это, вот это дерьмо, все будем убирать. А теперь погнали. Ребят, качаем колесико, сейчас колесико подкачается, приедет эвакуатор. Мы до приезда эвакуатора должны вытолкать тачку и погрузить ее на Айвик и уехать. И там уже дальше борьба с бобрами. Погрузили мы на Эвик тачку. Блин, такое ощущение, как будто BMW какую-то купил и по сервакам катаюсь. Но, блин, я так долго этого ждал, чтобы этого засранца отправить бороться с бобрами. Фу, вот он. Это просто кайф. Я сижу тут, пищу, ребята просто надо мной угорают, то, что я тут счастливый. Прям реально по кайфу. И, блин, едем. Все, ребят, приехали на пескоструй, отдадим сейчас машину. Ну все, ребят, отдал я тачку, опять не записал, нет. Все, ребята, отдал я тачку, не записал про то, что мы обсуждали, потому что опять из головы вылетело, я на суете, быстрее, чтобы это все отдать, чтобы с эвакуаторщиком рассчитаться и эвакуаторщика отпустить, и самому уже с мужиками обговорить, и их уже отпустить, чтобы они уже занимались делом там или по домам, потому что время уже вечернее, но тем не менее. Как-то так все в суете, но ребята мне понравились. Мужик там ответственный, видно, что ну, простой деревенский такой мужичок, который более или менее там что-то похожее на бизнес. По срокам они мне сказали 1-2 дня и все будет готово. Как они отпескоструют, проверю работу, что мне очень сильно понравилось. И потом они уже загрунтуют. И все, будем ждать. Ну, как обычно, для вас это пару секунд, для меня это целая вечность. Господа, привет! Мне позвонили с пескоструя, сказали, что надо подъехать, обкашлять кое-какие вопросики и в целом, чтоб я посмотрел. Мне нравится, когда люди так относятся к своей работе. Прежде чем ее закончить до конца, они отпескоструили, хотят, чтобы я приехал, посмотрел, все ли меня устраивает. И потом только они будут уже грунтовать, что это очень хорошо, прям великолепно. Поэтому мы мчим по вот этой сраной дороге, убитая. Все, мы пригнали, мы на месте. Собственно говоря, ждем Александра, когда подойдет, и пойдем смотреть. Ну вот, короче, я добрался до тачки. Вот в таком она состоянии. Стала уже более-менее похоже чем-то на автомобиль. А вот это он не сбивает. Не-не-не. Если варить, там подваривать будет. А я сам еще не знаю пока что. Либо варить, либо его полностью менять, либо кастомный делать. Я еще пока сам не знаю. Просто потом... Блин. Мы не маляры. Ну это понятно. Это я понимаю прекрасно. Загрунтовать мы загрунтуем, но в плане подтеки могут появиться, могут быть. Сразу скажу, не страшно. Посмотрела машину после пескоструя, все меня удовлетворяет. Они сейчас обезжирят, задуют туда-сюда и будет огонь. Вот. Единственное, что не получилось, это сбить герметик заводской. Не знаю, может у них пескоструй слабый или что, но говорят пытались, вообще никак не получается и на всех... Практически чуть ли не на всех машинах получается такая фигня.
Кузов больше жив, чем мертв, так что я не думаю, там уже страшного ничего нету. Просто надо подварить, сделать красиво. И, в принципе-то, все. Завтра должна быть готова. Завтра позвонят, я приеду, уточню, сколько им денег надо, и все. Забираю тачку и готовим к покраске. Господа, ну вот прошли сутки, сейчас я еду за Лаурелем в такой небольшой пробочке. Мужики уже все сделали, мне отзвонились, я уже заказал эвакуатор, работа обошлась в 5 косарей. Я уже, в принципе, вчера заезжал, смотрел, что они отпескоструили. Тачка смотрится вообще как новая. Для вас прошло пару секунд, а для меня целые сутки. Долгожданные, сука, сутки. Так что погнали. Ребят, все, мы приехали. Вот даже отсюда видно немножко Лавра. Уф, интересненько, сейчас посмотрим. Вот теперь уже похоже на машину. Нет, еще похоже. Ну, еще не похоже, да. Но уже. Прогрессы есть. Ну, это уже лучше, чем я вам привез. Намного лучше. Дальше вот это все доработать, доделать. И будет уже получше. Как договаривались. 5. Съездил, снял. Все, сейчас едет эвакуатор. Сейчас загрузим и погоним обратно. Гаражик творит чудеса. К сожалению, у нас погода поменялась. Вот так все пасмурно выглядит. Чуть-чуть похолодало, пришлось курточку поднакинуть. Но это Омск. Тут всегда все странно. Наконец-то я отпескоструил свою подкапотку. Я очень рад. Это, блин, круто, когда на твоих глазах меняется твоя тачка. Это прям нереально круто. Она выглядела просто в ужасном состоянии. Это просто был комок какого-то говна, палок, всякого масла, непонятно чего. И это выглядело просто мерзко и ужасно. И были дыры. И стоял очень большой вопрос о том, сколько там этих дыр и насколько там все плохо в этой подкапотке. Но когда отпескоструили, было понятно, что не очень все так уж и печально. Стакан не пришлось новый вваривать или делать кастомы, поскольку... Потому что в этом не было необходимости. И поэтому в следующей серии нас ожидает переварка. Переварка, подварка, заварка и все остальное. А ребятам очень большое спасибо за работу, за то, что они сделали довольно-таки очень хорошо за дешевый прайс. Вся эта движуха мне обошлась ровно в 5000 рублей. Плюс материалы еще где-то 1500 рублей. Ребят, я пишу в описании, что сколько мне выходит на эту тачку. В общей сложности вы потом сможете посчитать по видосам, сколько в общем мне обошлось восстановление кузова. Ах да, дамы и господа, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки и комментарии. Всем добра!